Чтобы томаты и огурцы хорошо росли и обильно плодоносили, оказывается, можно подкормить простым, но эффективным средством, которое можно найти на кухне в каждом доме. Мало кто знает, что лимонная кислота – это чудо-средство, которое способно оживить даже те кустики, которые остановились в росте и выглядят вялыми. Лимонная кислота – это источник энергии для живых организмов, улучшает метаболические процессы и стимулирует рост растений. Лимонная кислота поистине творит с почвой чудеса. Совместно с мобилизацией фосфатов она помогает усваивать из почвы труднодоступные для растений микроэлементы, такие как кальций, калий, железо, медь, марганец, цинк. Все то, что мы из года в год добавляем в почву и впоследствии порадует вас богатым урожаем. Приготовить такую подкормку очень просто. Необходимо взять 1 столовую ложку лимонной кислоты без верха и развести в 10 литрах воды. Я растворяю лимонную кислоту в баночке, а затем выливаю в ведро. Перед подкормкой огурцов необходимо пролить грядки простой водой. То есть удобряем только по влажной почве. Под один кустик выливаем 0,5 литра раствора. Если куст большой, то 1 литр раствора. Или из расчета 1 ведро на квадратный метр грядки. Подкормку вносим раз в 2-3 недели. Если огурцы или помидоры в жару стоят немного вялые, можно их взбодрить, добавив в раствор с лимонной кислотой столовую ложку нашатырного спирта. И удобряем обязательно в вечернее время по влажной почве. Можно раствор сделать еще более питательный и более эффективный. Для этого в ведро с раствором лимонной кислоты добавляем столовую ложку монофосфата калия. От такой подкормки помидоры и огурцы 100% не заболеют вершинной гнилью, а плоды будут расти крупные, здоровые и вкусные. Подкормка томатов и огурцов лимонной кислотой сделает растения более крепкими, выносливыми и устойчивыми к различным заболеваниям, так как они достанут из почвы все необходимое для нормального развития и впоследствии порадуют вас богатым урожаем до самой осени. Но надо знать, что лимонной кислотой нельзя удобрять растения, если уровень кислотности почвы повышен. Всем хороших урожаев и до новых встреч!